Проверь, кола добрая, я думаю, это самое вредное из аналогов. Может быть, ты и прав. Когда продавцы открывают свой магазин, они продают товары за копейки, чтобы поднять рейтинг и отзывы. Канал SalesMap находит эти товары. Например, кроссовки за 125 рублей или электросамокат за 1200. Хватай по ссылке в закрепленном комментарии. Что это за аналог? Да не аналог это, а та же привычная нам всем кола, просто под новым брендом. Состав тот же самый, и даже содержание сахара то же самое. Вкус тот же, только пей в меру, не забывай, что калорийно и есть ортофосфорная кислота. При частом употреблении могут быть проблемы с желудком. Какой продукт, проверить в следующем.